приветик, небольшой обзорчик, анонс следующего мастер-класса. В предыдущем моем мастер-классе мы делали вот такие с вами бантики. Эти бантики из ленты шириной 4 сантиметра и длиной 16 сантиметров. Получились очень необычные, интересные. Получается меньше метра уходит на один бантик. Но идея, как накрутить бантиков красивых и нарядных, используя меньшее количество ленты, меня так и не оставляет. Поэтому придуманы новые варианты бантов. Мастер-класс будет скоро на моем канале. Ленточку я выкручивала по-разному. И идея, как раскрутить ленту по полной, мне понравилась. Надеюсь, вам понравится тоже. Смотрите, скоро будет новый мастер-класс. Вот такие милые бантики, на которые тратится минимум, уходит меньше метра лента на два бантика. Если это будет ленточка с люрексовым краем, то эти бантики вообще будут бомба. Кому такая идея по душе, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои видео. Все будет интереснее и интереснее. С вами Наташа. Пока-пока.